В Атырау прошел международный турнир по настольному теннису, посвященный Дню первого президента. Участие в нем приняли 15 команд, а борьбу в индивидуальных состязаниях вели более 50 спортсменов. Они представляли Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Россию, приславшую на соревнования пятерку сильных команд из Москвы, Оренбурга, Самары, Казани и Уфы. Среди участников были чемпионы своих стран, победители международных турниров. Между ними и развернулась основная борьба за победу. Первое место в упорной борьбе завоевала команда из Оренбурга, на втором теннисисты из Казани. Тройку призеров замкнула команда Москвы. В индивидуальных соревнованиях первое место занял двукратный чемпион России, спортсмен из Оренбурга Сергей Андреянов. На втором месте москвич Алексей Жуков и на третьем Евгений Регентов, также из Оренбурга. Этот турнир именно дает толчок для развития вида спорта. Здесь собрались на этом турнире очень хорошие игроки мирового уровня. Это чемпионы своих стран, это игроки национальных сборных Узбекистана, Кыргызстана, России. Поэтому, глядя и играя с такими спортсменами, можно многому научиться.